Прислушайтесь и присмотритесь к нашим образам от стилистов. Блуза Ангела. Это премьера. Это абсолютная новинка. Это первое появление в прямом эфире. И всего за 1499 рублей. Завтра цена на блузу будет уже 2399. Не упускайте возможности и забирайте готовый гарнитур. Шикарное совершенно решение. Это не блуза и украшение. Это одна вещь. Сразу вам не придется ничего выдумывать. Вот эту роскошь, посмотрите, это вышитое колье вы получите сразу с вашей блузой. Это всегда нарядный вариант, это вариант торжественный. Посмотрите, насколько изящно при этом выглядит на любом цвете. Вот появилась наша Оля, она выбирает для себя цвет, который называется бирюза. И посмотрите, такой более теплый оттенок морской волны. Слушай, ну вот нарядный образ, посмотри, да? Нарядная блуза, вот такая в этом цвете, да, в бирюзовом. Брюки, посмотрите, бергамо, с кружевом впереди. Да. Вот вам шикарное решение. Ну или кружевная юбка. Мы сегодня с вами выбираем, посмотрите, на любой, вот что называется, вкус образа. Слушай, это потрясающе. Роскошная новинка, блуза Ангела. Давайте смотрим. Смотрите, вот это васильково-синий цвет, видите, более такой яркий, более, ну, если хотите, чистый цвет, да, если у Оли бирюза более приглушенный такой оттенок, вот этот более яркий. Дальше, давайте посмотреть на оттенки красного. Я вам должна сказать, что красные бордовые оттенки в этом сезоне как никогда актуальны. Давайте будем смотреть на два цвета сразу. Выбираем. Вот он красный, более яркий, вот он бордо, более темный, более сдержанный, но посмотрите, на бордо более контрастно смотрится украшение. Так что тут еще, конечно, нужно подумать, да, какой из них даже более торжественно смотрится. Здесь уже выбирайте на свой вкус. Дальше, два оттенка малины у нас с вами, посмотрите, у нас с вами вот этот цвет, который выбирает наша Света, это малина, а вот рядом цвет, посмотрите, сейчас у Оли в руках, называется фиолетовый, а в жизни такой цвет слив. Больше. Я думаю, что вы сейчас тоже это видите. Тут опять же у нас два оттенка получается. Ну и еще один цвет. Посмотрите, я, кстати, вот как ни странно, выбрала бы его. Так. Потому что неожиданное совершенно решение. Посмотрите, это серый цвет. А серый у нас меланжированный. Видите, с проседью, с такой вот необычной. За счет этого вот сразу такое ощущение, что это теплая вещь, сразу видно, да? Но при этом вот этот вот нарядное колье создает именно такой теплый, но нарядный образ, торжественный. Слушайте, потрясающий и размерный ряд при всем при этом от 50 до 64. Набирайте наш номер телефона и забирайте. Всего за 1499 рублей. Сезонную вещь, да еще и с украшением. Ты знаешь, Лер, вот сначала я, когда увидела эту вещь вот на девчонках, мне казалось, что вот это колье, да, вот это украшение, оно тяжелое. Мне казалось, что это как будто бы из серебра исполненное. И такое, знаешь, оно, ну, как бы колье из серебряной, металлической, да, то есть тяжести. Да. А на самом деле, ты знаешь, оказывается, оно абсолютно мягкое, оно легкое, и никакого вот веса на нашем теле не будет ощущаться. Ты знаешь, вообще это удивительно, действительно, но это вязаное полотно, причем вязка здесь вискозная. Посмотрите, вот она с нами, изнаночная сторона, мы прямо видим, да, что это другая совершенно вязка, вот те, кто умеет вязать, сразу определят. Вот она лицевая сторона, вот она елочка та самая вязаная. Вот они наши с вами, посмотрите, эластичность этого вязаного трикотажа. Представляете, он теплый, но очень комфортный, поскольку в составе вискоза, а не шерсть. Это значит, если у вас аллергия, если у вас чувствительная кожа, для вас это станет абсолютно идеальным решением, идеальным вариантом на сезон. Смело можно выбирать для себя эту блузу размер в размер. Здесь и крой соответствует, так, и размерная сетка. Смотрите, что касаемо кроя. Это летучая мышь. Это, по сути, один из самых универсальных вариантов кроя, поскольку подходит абсолютно всем. Что такое летучая мышь? Это прежде всего свобода в зоне проймы. Это прежде всего увеличенная у нас здесь с вами пройма, и это свобода на рукав и свобода на плечо. Кстати, о плече. Здесь мы не привязываемся совершенно к плечевой линии, поскольку рукав цельнокроенный. И это значит, что здесь на узкое плечо или на более широкое, тем не менее, такая блуза сядет прекрасно. То есть мы получаем с вами комфортное, абсолютно сезонное предложение, тепленькое, да еще и с украшением.
и которая подходит абсолютно на любой тип фигуры. А как нам лучше вот определяться с размером? Смотрите, у нас с вами размерная сетка именно на этом предложении сдвоенная. Угу. И поэтому здесь вообще очень легко выбирать свои размеры. Выберите свой размерный диапазон и получите идеальную посадку. Тем более, что силуэт у нас свободный. Угу. Кстати, благодаря свободному силуэту, посмотрите, какая хитрость. Мы с вами можем варьировать длину в этой блузы. И мы с вами можем варьировать то, как мы хотим, чтобы она сидела. Ну, например, если у вас, как вот у нашей Оли, округлые пышные бедра, лучше поднимать блузу чуть-чуть повыше, как делает сейчас Оля. И что мы делаем? Мы акцент уводим с вами, да, на стройность ног, скрываем зону галифе, прячем бока и животик, если нам того необходимо. Если у вас верхний тип фигуры, если у вас узкие бедра, вы всегда можете опустить блузу ниже. Опять же, за напуском вот этим спрятать животик, спрятать какие-то свои особенности. Слушай, потрясающе. Мне очень нравится, как сидит блуза, как она украшает. Ну и, конечно, вы получаете еще и ожерелье абсолютно бесплатно. Звонки все бесплатные с любого телефона, и это новинка, это премьера. И цена ее, действующая только сегодня, 1499 рублей. У нас есть не только красный, или цвет бордо, или серый. У нас пока есть все цвета в наличии. Дозвонитесь, возьмите сразу две для себя и для дочери. Блуза Ангела. Записывайте название лота и забирайте из прямого эфира. Ты знаешь, я вот когда увидела именно то, что здесь летучая мышь, сразу вспомнила про свою двоюродную сестру. Она не любит, она переносит у меня 62 размер одежды, и поэтому она всегда обращает внимание на комфортность проймы. То есть я считаю, что это, ну, вообще идеальное решение. Особенно для тех, кто боится брать без примерки. Я с тобой согласна. Ты знаешь, кстати, здесь еще хочу развеять одно сомнение сразу же. По поводу вот этого украшения. Посмотрите, это мягкая конструкция. Это вышивка. Вы видите, это мягкий вот такой вот у нас с вами здесь жгутик, из которого выложено вот это украшение. Здесь уже нашиты вот эти, да, аппликации. Здесь уже нашиты у нас с вами сложные украшения из пайеток, из камушков. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы понимали, что это не тяжелое какое-то украшение, это не металл, это мягкое у нас с вами вот такое колье нашивное, которое у нас пришит, кстати, очень деликатно. Слушай, вот обратите на это внимание, совершенно незаметно, да, никаких швов, очень аккуратно, очень деликатно здесь все пришито, поэтому даже не переживайте за то, как это выглядит. Выглядит действительно изящно, качество отличное, я вам должна сказать, и обработки, и, конечно же, качество исполнения. Итак, если вы давно искали сезонную вещь, тепленькую, обратите внимание на блузу Ангела. Украшение пришито к блузе, а значит, вам не нужно заботиться и подбирать его. 900 рублей скидка именно на время премьеры, это именно сегодняшний день, всего 1499 рублей цена. Я предлагаю еще раз повторить название цветов, и этот цвет бирюза. Бирюза на Оле, малину выбирает для себя сегодня Света, посмотрите, это функция, у нас малина. У нас есть с вами еще цвета, например, у нас есть с вами цвет бордо. Сейчас и есть цвет красный. Вот они еще два цвета. Смотрите, здесь определяйтесь, опять же, на свой вкус, какой вам больше понравился. Слушай, хорошо. Дальше, посмотрите, цвет, который мне очень нравится, это серый цвет. Он такой сдержанный, меланжированный, но очень благородный. Вообще, кстати, знаете, я бы, вот, например, боже мой, я только сейчас осознала цену. Оля, надо же брать две. Слушайте, нет, серьезно, надо же брать две. Вот эту обязательно. Вот, знаете, либо эту, какую-то сдержанную. Вы знаете, если вот вам нужно на каждый день, если вам позволяет ваша работа, ваши офисные правила, надевать какие-то нарядные вещи, вот серьезно, нужно брать какой-то сдержанный вариант. Вот серый или вот такой, это называется цвет фиолетовый. И фиолетовый. Обязательно, вот, знаете, для настроения, для, ну, не знаю, какого-то повода, может быть, необычно, обязательно взять вот такой яркий василек, или посмотрите, какая яркая малина. Ну, просто сочная и вкусная. Вы выбрали уже свою расцветку, забираете сразу две и наслаждайтесь безупречным стилем.